Всем привет, с вами Юлия Клауд. Мы находимся на выставке «Русский Web 3», и, бродя по многочисленным стендам, мы таки наткнулись на нечто интересное. Нечто, как нам показалось, не из нашей вселенной. Все на самом деле проще. Это вейп-станция, которую делают ребята из сети магазинов Vape Place. Делают они ее на заказ. И в чем ее особенность? От трех каналов и больше на заказ, то есть в зависимости от того, сколько вам нужно. Но тут не просто висмик. У него закрыт батарейный отсек, потому что там нету аккумуляторов. Все питание происходит от станции. И в чем инновация? На каждый канал идет по 200 ватт. То есть в отличие от многих других, которые сейчас есть на рынке, идет проседание напряжения. То есть когда на одном канале у вас идет большое количество мощности, на других оно проседает. Здесь, соответственно, эту проблему решили, а также немного обыграли ее в формате НЛО. И в чем еще прикольчик? У нее сверху есть кулер, который не только охлаждает, но и позволяет немного так поиграться, такая степень защиты. То есть, когда в вейп-шопе или дома сильно запарено, конденсата внутри не будет. В чем фишка, я сейчас попробую показать. То есть она вдувает в себя пар и выдувает по бокам. В принципе, и выглядит интересно, и функционально, и безопасно. Вот, чтобы подтвердить, в принципе, будет видно или нет, попробуем выставить 200 ватт. 200 ватт. То есть оно как минимум работает. Соответственно, любая из этих штучек может оказаться в любом вейп-шопе, в любом доме. Ребята делают полностью на заказ, то есть не останавливаются на этих цветах, на этом оформлении. Все по вашему вкусу. Стоимость от 35 тысяч и выше, то есть базовая комплектация, три канала, боксики, висмики по 200 ватт, это 35. Все, что выше, оно будет подороже. Но эта штука работает, и она выглядит очень интересно и эффектно. А на этом все. Оставайтесь с нами, следите за новостями, за сайтом. До скорых встреч!